Бойцовская лига АСА анонсировала следующий поединок Магомеда Исмаилова. 12 декабря дагестанский боец сойдется с Иваном Штырковым по прозвищу «Уральский Халк». О месте проведения боя пока не объявлено. Известно лишь то, что эта встреча возглавит турнир и пройдет в полутяжелом дивизионе. Напомним, что 34-летний Исмаилов второй раз подряд поднимается в весовой категории. В июле он техническим нокаутом победил тяжеловеса Александра Емельяненко. На счету нового соперника дагестанца Ивана Штыркова 19 боев в ММА, в которых он потерпел одно поражение.